Иисуса взяли и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, а с ним и еще двоих, по обе стороны от креста Иисуса. Пилат сделал надпись, и ее прибили на кресте. «Иисус Назарянин, царь иудейский», — так написал он. Многие прочли это, потому что место, где распяли Иисуса, было недалеко от города. Написано было по-еврейски, по-римски и по-гречески. Первосвященники сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, напиши...» «Он лишь говорил, я царь иудейский». Что я написал, то и останется. Когда воины распяли Иисуса, они взяли его одежду и разделили ее на четыре части. Каждый что-то взял себе. Хитон же был целиком тканный сверху и не имел швов. Воины сказали друг другу: «Не станем рвать его, а бросим жребий, чей он будет». Дабы сбылось реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так и поступили воины. Рядом с крестом Иисуса стояли матерь его, сестра его матери, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус увидел мать и стоявшего там ученика, которого он любил. «Это твой сын». Потом он сказал ученику: «Это твоя мать». С этого времени ученик взял ее к себе жить. Иисус знал, что теперь все уже совершилось. И дабы сбылось Писание, он сказал: «Дайте напиться». Там стоял сосуд, полный уксуса. Пропитав губку уксусом и наложив на иссоп, воин поднес к губам его. Иисус выпил уксус. Совершилось. Затем он склонил голову и предал дух свой. Иудеи просили Пилата позволить им перебить распятым голени и снять тела с креста. В тот день была пятница.
И они не хотели оставлять тело на кресте в субботу, ибо та суббота была днем великим. Пришли воины и перебили голени у одного, потом у другого, распятых вместе с Иисусом. Подойдя к Иисусу, увидели они, что он умер, и не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал это, дабы вы поверили. И свидетельство его истина. Он знает, что говорит истину. Сие произошло, дабы сбылось сказанное в Писании. Кость его да не сокрушится. И в другом месте Писание говорит: люди воззрят на того, которого пронзили. К сожалению, надо немного подождать. Опять? Ну, уверяю вас, вашу жалобу обязательно. После этого Иосиф из Аримафеи попросил разрешения у Пилата забрать тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса, но тайным. Он боялся иудеев. Пилат разрешил ему взять тело, и Иосиф пошел и снял его. Был с ним и Никодим, приходивший однажды к Иисусу. Он принес около 100 литров благовоний из смирны и алоэ. Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно иудеи готовят тело к погребению. В том месте, где распяли Иисуса, был сад, и в нем новая погребальная пещера, в которой еще никто не был похоронен. Туда и положили тело Иисуса ввиду пятницы иудейской, ибо гробница сия была близко.